Участники турнира по мини-футболу, посвященного Дню работника автомобильного транспорта, всего 4 команды. Однако динамичность матчей и непредсказуемость результатов стали отличительной чертой соревнований. Я хочу пожелать вам всем хорошей, бескомпромиссной, чистой, красивой борьбы, чтобы наши уважали старше, чтобы было побольше забитых голов, ну и, конечно, показать большое, красивое зрелище наших боящих. За звание лучших боролись футболисты Янгпура, Ямал-Газовика, РН-Пурнефтегаза и команда ветеранов спорта. Каждый готов был достойно представить свое предприятие и показать неплохой уровень владения мячом. Турнир проводится по круговой. С каждым будем играть. Сами видите, борьба идет на смерть и на жизнь. Все стараемся победить. Турнир предоставляем кубок, переходящий кубок. Я думаю, она будет ежегодной. Если сегодняшний турнир будет сложиться, мы хотим ее передавать эстафеты на следующий год тоже продолжать. Два тайма по 20 минут. За это время игрокам нужно показать свою тактику, взаимопонимание, ловкость и реакцию. Первыми на площадке встретились команды ветеранов спорта и Ямал-Газовик. Опыт против молодости. Соперники оказались достойны друг друга. Встреча закончилась со счетом 1-1. Эту игру, честно говоря, оцениваю очень даже отлично, потому что тут действительно с молодыми бегать ветеранам нужна такая выносливость. Мужики молодцы, падали и вставали, но никто травму не получил, поэтому я рад за ветеранов и уверен, что они до конца будут биться. По итогам футбольных баталий призовые места распределились следующим образом. Третье место у команды Янгпур, на втором – сборная ветеранов. Победителями турнира стали спортсмены РН Пурнефтегаза. Мы участвуем во всех городских соревнованиях, которые проводятся в городе по мини-футболу. И представляем свою команду от общества на регулярной основе. Организация на высшем уровне, команды подобрались очень серьезные. Турнир по мини-футболу, посвященный Дню работника автомобильного транспорта, прошел впервые. У организаторов уже есть планы проводить его ежегодно. Валерий Усманов, Олег Короткевич, новости Губкинского.